Александр, подскажи, пожалуйста, вот такая ситуация, мы открываем клинику сейчас в маленьком городе, и в нашем городе нету нужных нам специалистов. Что делать? Потому что, с одной стороны, начинается паника, есть ли какой-то выход из этой ситуации, какие нам действия нужно сделать, чтобы найти этого сотрудника, чтобы он работал у нас в клинике? Естественно, выходы есть. Этот выход называется релокация персонала, то есть перевод персонала территориально из одного района в другой район. Единственное, в чем минус этого метода, он немного дороже. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Почему? Предположим, мы находимся в городе А, и у нас тут катастрофически просто нет ортодонта, который бы с нами сработался. Мы смотрим по всем ближайшим городам, просто открываем карту и выбираем сначала города, мы берем радиусом 100 километров, то есть это те города, из которых можно приезжать и уезжать, например, несколько раз в неделю. Соответственно, прорабатываем резюме специалистов оттуда и предлагаем им приезжать два раза в неделю под запись в нашу клинику под целевых пациентов. Что мы имеем? Зачастую нам приходится повышать немного процент для этих врачей, чем у них там по городу, и снимать им, оплачивать жилье и проезд. Но тем не менее мы остаемся с нужными специалистами, а во внутреннем прайсе мы просто закладываем данные расходы, потому что если город маленький, все будут знать, что, например, из города большого приедет крутой специалист, и, соответственно, цены будут выше по рынку. И на этого специалиста, приезжего с уникальными навыками, они и будут идти. Здесь мы еще увеличим пациентопоток. И бывает такое, что мы можем привести и оплатить первые 3 месяца проживания врача, который переедет к нам из другого города. Здесь желательно брать радиус области, потому что проще всего переехать в области, и, скорее всего, это сработает. И просто предлагать всем врачам, которые представлены на любых джоб-ресурсах, вне зависимости от того, ищет он работу или это очень старое резюме, переехать на условиях на наших, плюс съем квартиры и жилья. По области это работает хорошо, это работает быстро. В принципе, кандидат практически ничего не теряет, а бывает даже иногда приобретает. Поэтому вопросы релокации, его бояться не надо. Многие люди по натуре своей не удовлетворены тем местом, где они живут, и готовы пробовать больше, готовы пробовать новый город, особенно если там интересные условия по жилью и заработной плате. Хорошо, большое спасибо.